большой труд всего коллектива привел к тому, что вот сегодня полет совершился. И, в общем-то, это самолет, который заново построен, полностью заново, с нуля. Вот. Но, опять же, хотя это самолет того же типа Ту-160, но это уже совершенно другая машина, которая на новом уровне. Это касается и технологии производства, и касается его внутреннего оборудования. Поэтому возможности его намного выше, чем того самолета, который был раньше. И вот сегодня, почему радость большая, она радость у всех у нас, и у нас, как у летчиков, потому что машина себя показала в полете прекрасно. Вот, хотя был полет короткий, но тем не менее он доставил вот прям огромное удовольствие. Поэтому и как-то радостно о том, что наконец-то мы опять вернулись вот на самые-самые передовые рубежи изготовления вот такой сложной авиационной техники. Это показывает о том, что если мы захотим, то нам все по плечу.